Подвиг советских воинов-интернационалистов вспомнили в Центре патриотического воспитания Дворца детского и юношеского творчества. Учащиеся люберецких школ узнали о событиях 9-летней войны в Афганистане от самих ее участников, а также показали свои знания через тематические творческие постановки. Честь, военный долг. Что такое героизм и бескорыстное служение Родине, хорошо знают люберецкие школьники. В отрядах юноармейцев, сформированных в учреждениях, детей не только учат основам военнослужбы, но и воспитывают в них патриотичный дух. Хочется жить в ту минуту, что роковая. День вывода советских войск из Афганистана. Возможность Аделины Нигамадзяновой через творческие способности выразить уважение тем, кто, не жалея себя, выполняет свой долг. Мой прадед воевал и с маминой стороны, и с папиной стороны. Поэтому я решила, что мне нужно знать. Сегодняшнее мероприятие покажет мне. Вот, я узнаю о том, как люди вообще воевали, каково это было. Это очень тяжело на самом деле. Я не представляю, каково пережить такие события. Военные действия, как они есть, знает офицер милиции в отставке Михаил Архипов. 2 года он участвовал в урегулировании военного конфликта в Афганистане. Это оставило неизгладимый след в жизни ветерана МВД. Вы знаете, тяжело говорить, тяжело вспоминать. Тяжело вспоминать, что некоторых друзей сегодня нет рядом, и они не слышат. Ну, вот эти мероприятия проводятся для того, чтобы мы знали, лучше нет мирной жизни. На диалог с героями съехались учащиеся школ и юнармейцы со всего округа. В канун дня вывода войск из Афганистана на уроке мужества говорили и о других локальных конфликтах. По словам педагогов, встречи тет-а-тет – действенный способ воспитания и усвоения знаний. Это даст знания. Знания о прошлом, и прошлом людей нашей Родины. А прошлое людей нашей Родины – это наша история. А знать свою историю мы должны. И знать мы должны не только победные страницы, но и горестные страницы. Формирует отношение к старшему поколению. Это, во-первых. А во-вторых, рождает чувство уважения к этим людям. Память о тех, кто погиб в Афганистане, чтят в Люберцах ежегодно. В образовательных учреждениях проводятся тематические занятия, на которых ученики узнают о подвигах воинов-интернационалистов. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.